рубрика «Заряжайся дома». Меня зовут Акимов Алексей. Я являюсь участником эстрадно-народного ансамбля «Ерила». И сейчас мы с вами проведем утреннюю зарядку. Первым делом мы разомнем мышцы шеи. Это наклон головы вперед-назад и вправо-влево. Начнем. Упражнение. Мы разомнем мышцы таза. Это вращение туловища по часовой стрелке и против часовой стрелки. Начали. Упражнением мы разомнем мышцы спины. Делаем наклон правой ноги посередине, к левой ноге встаем. Четвертым упражнением мы с вами разомнем мышцы стоп, чтобы при дальнейших силовых упражнениях не оступиться. То есть мы вращаем правой и левой ногой по часовой стрелке и против часовой стрелки поочередно в течение 1-2 минут. Для следующего упражнения нам понадобится гантель. Мы будем разминать мышцы бицепса и трицепса. Взял гантели в руки, делаем вот так. Напомните это движение. Обязательно при выполнении этого упражнения держим тело прямо, не раскачиваем. Делаем упражнение плавно. С вами была рубрика «Заряжайся дома». Подписывайтесь на наш канал, следите за нами в соцсетях, будьте в курсе событий. А главное, оставайтесь дома с ГДК-НТ.